Януковича хто-небудь розкаже, я не понял. Да ні. Слушай, ну, как оппозиция? Є, але просто... Що але? Сергій, легче начать з Тимошенко. Ну, тогда начинай. Він ну, хорошо, Юлію Володимировну спросить. Юлія Володимировна, чому ви полетіли на чартері, который стоит 50 тысяч евро в Брюсселе, а не на рейсовом самолете. Она подумает, ну, для меня это, говорит, как на маршрутке проехать. Вот так. Шутка не прошла. Где смеяться? Подожди, а что тут неправда? Другой вопрос. Едет Тимошенко по Европе автостопом. Ей задают тот же самый вопрос. Почему вы поехали в Брюссель так на чартере? Я даже не виноват, что он первый остановился. А про Януковича расскажите теперь. Про Януковича можно рассказать. Я хочу, чтобы Лукьянов рассказал про Януковича. Ну ладно, хорошо, попробуем. Смертельный номер. Не, мы сказали, что нет, но начинается в стране борьба с коррупцией, принимаются жесткие меры. Смешно, да. Ну, а дальше продолжение опять про Кучму. Как ни крути, встречаются они около Генеральной прокуратуры и долго уступают друг другу дорогу. Говорит, нет, вы первая.